Вечер добрый, друзья, с вами Квантум. Сегодня очередное, очень необычное, интересное и смешное видео. И не забудь в комментариях написать, как тебе видео и стоит ли снимать такое дальше. Напишешь, что тебе нравится и ты хочешь больше. И поставишь лайк, выпущу еще одну серию. Мы начинаем. Он не просто над дорогой висит, он висит тупо, блин, над камнем, над скалой какой-то. Ну все, короче, ладно. Это тупо рестарт, ну... Ты рестартишь? Заходи. Все, ты минус мой. Грузовик. И самое забавное, что меня заспавнило прямо вот возле точки, куда нужно вести эту хренотень. Так, я захожу? Все... Люфи, заходи. Люфи, все хорошо? Все отлично, по-моему. Лучше не бывает, я бы сказал. Давай я, что ли, отъеду? Да, по-моему. Люфи, может, ты не будешь за мной есть? Так я на месте. Что? Трындец. Просто съел и выплюнул Люфи. Ты просто без колес стоишь. Да, просто без колес. Спасибо. Вроде как колеса есть. У кого-то колес нет. Вот так. Зато ремень безопасности пристегнут. А у тебя, тоже. Главное безопасность. А у меня водитель заснул. Не очень безопасно. Все, повезли буровое оборудование. Как же это смотрится со стороны? Ну, я не знаю. Тут короткая дорога есть, поехали. Давай. Ты протоптал, я так понимаю, да? Да, почти протоптал. О, там трубы. Ты чуть не сел на трубы, капец. Ну что, у тебя военный грузовик просто вообще тащит. Потом по асфальтке налево, дальше по мосту отремонтированному. Да, о, да, наконец-таки я быстрый. Нифига на стоке валит. Нифига, ты жарил. Ебан мастер дрифта. Ты видел, да? Вообще просто X2 заложил на бортовом грузовике. Это было очень красиво. Мне вообще прям по кайфу тут поворачивать. Да я вижу. Все елки там сносишь, а я тут. Ну как, почти все. Не все. А, выехал, асфальт. 55 миль в час, да конечно. Если на скорости в 55 миль в час поеду, тут, ну это будет очень плохо, в общем. Я еду 20 миль в час. Блин, а, я не понимаю, где и сколько... А, нет, я понимаю, но я не вижу ничего. У меня странная приборная панель, я как будто бы у меня какая-то скоростомер. И высотометр самолетный. Ой, что с деревом? Ладно, упустим моментик. Что с елками? Ты записываешь? С какими вещами происходит? Я не знаю, у меня летают елки, чтобы ты понимал. А можно я тоже елки полетают? Мне тоже нравятся колес? Летающие елки. Я еду елки без колес, летают. Елки летают. Прикольно. Обожаю баги. Что? Что опять случилось? Опять деревья полетели просто вверх. Все деревья? Нет, не все, тут просто, ну, штуки три, наверное. Еще два. Что? Что с деревьями? А, я понял, это, короче, я понял, что за баг у тебя. У меня такое было только со знаками, когда я рядом с ними проезжал, земля придаптывалась, текстуры типа ломались, и да, знаки да, улетали. Да, да, да. Они не улетали, а плавно, как будто их НЛО воровало, плавно уходят такие наверх. Так у тебя происходит? Нет, они не плавно, они просто колбасятся в разные стороны, туда-сюда, и улетают вверх. Сейчас я цеплю прицеп. Я без колес до сих пор, это из-за колес, короче, боганулось так все. До сих пор, да, без колес. Сейчас я, короче, прям в самую такую чащу залезу куда-нибудь. Сейчас я прицеп брошу, сейчас найдем. Ты так странно ездишь без колес, это реально. Что за ужас тут творится? Вот смотри, к примеру, у меня есть елки, ну, прямо по курсу. У меня уже полетели и текстуры, и елки. Нормально? Что с елками происходит? Подожди, ну пока все не очень нормально. Они не так летают, они пока не сильно летают. Это другие елки нужны. Да. А о, сейчас, вот сейчас прямо пройду с маленькими елочками. Ой-ой-ой! Сильно полетели? Ну там справа вдали немного полетели, да. А ну сейчас сюда запрусь. Давай. Есть что-нибудь, есть контакт? Пока не сильно. Ну вот большие, так понимаю, не хотят ломаться. Вот маленькие с удовольствием охотненько летают. Большие тоже так теребятся. Сильно теребятся? Немного Что случилось? Ты просто карусель устроил, там елка вертелась. Я вертел твою елку. Да-да-да.
Что я могу? Мама! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! Да, ну да, Леша, ты можешь. Ура! Убила меня Фура! Я тебя просил, уйди. Я только загрузился. Ты поработай прожектором, пожалуйста, Люди. О, давай, вытаскивай меня отсюда. Еман мне вверх тормашками вообще валяюсь. Жесть. Люфи, спасибо за свет. Люфи, бля, лучший просто. Светлячок. Теперь, Люфи, хватай меня за бачок и тащи меня только за крайний бачок, а не за ближний. Блядь, я в цистерну врезался. Люфи, у меня так с движком проблемы. Колеса минус. Я не доеду до центра сервисного. Доедешь. У меня колеса тупо жопа, как будто крот пожевал. О, и хорош. Опять забагало все, трындыкс. Вон здесь, вот я его сейчас пихаю. Вот, я сейчас переворачиваю. Куда я улетел? Я видел только свет, и все. Даня, он в воздухе висит, посмотри по карте, быстро. Посмотри, где он, блядь. Я вижу. Люфи, ты как там? Слушай, офигеть, тут клево нагружение, поэтому снегу фигачить, конечно, по горам. А потом представь, как это с прицепом ехать. Огромным, который, это прям вообще люто был. Такой грузовик, просто пешком никто не пройдет. Тут на грузовике, блин, прям. Офигеть, виды, посмотри. Мы почти доехали, он буровая. Тут была дорога туда. Еще короче, походу. Следы вон вниз. Это самая короткая дорога, но она пока нам не подходит. Она на спуск пойдет. Антон, если не починишь мост, мы не поедем с прицепом по этой дороге обратно. Чини мост нам. Завал еще расчисти. Пацаны, я как бы, блядь, от тебя хоть уазики помогающий. Люфи! Что такое? Сейчас. Видишь красную хреноту? Не, подожди, сейчас я еще не подъехал. Посмотри вниз. Видишь, Люфи, много колес? Нам вот это нужно обратно везти сейчас. Бля, ну что, пацаны, удачи вам. Сейчас в смысле удачи? Мост ремонтируем? Это целый буровой комплекс, нафиг. Сейчас, Люфи, я пересяду. Антон, ты просто еще не видел перед этим, какая дорога была, и поэтому, если ты не починишь мост, нам просто гг. Не, я, короче, буду стоять, это трындец. А, ну да, кстати, вам нужно мост починить, да, пацаны, я понял. Я просто вижу, ты в пол стоянки этой на карте. Да. Все, я ушел, Юфи. Ну, пока есть дорога, вроде пока едет нормально. Медведь зайдет, увидит, офигеет. Люфи, все, нужна твоя помощь, я приехал. Я вижу. Да, тут уже сходу сел просто. Охренеть. Как я тебя вообще вот с этой конструкцией тащу? Охренеть. Да мне кажется, там отдельный движок на этом прицепе. Это реально жесть. А что ты сглазил? Мы выехать не можем. Сейчас потихонечку полезем. Полез. Ой, как хорошо пошло. Ну это трындец. Просто трындец. Тут аккуратно сейчас, потому что угол вообще дикий как. Ой-ой-ой. Тащи. Четко сейчас выйдем. Вы меня заинтересовали даже. Он сейчас не зацепится? Ты видел, Димон, чем мы везем? А он переворачивается потихоньку, не? Нормально, выезжает, все хорошо. Мы еще перевернем эту парашу. Не надо, блядь. Да? Люфи, мы на брюхо сели. Тащи. Ты прикалываешься, ты? Мы прицеп посадили на пузо. Нужно прям максимально в бок взять. Сейчас выезжай оттуда и цепляй меня. Да, так проходит, так он садится на брюхо, четко. Да, все, классно. Видишь, Антон? Сука! А ты что думала, она огромная? Стой, а сколько тащим? Вам заплатят с нее? Мало. 5? Да, что, вроде 4000. А-а-а. Ну да, везите. Блять, она больше, чем гора, которая слева от Данила. Да ладно. Люфи, теперь назад. Тащи прицеп. Мы уперлись в камень. Сзади чихляй его. А, я понял. Дайте я вам помогу. Так давай, Антон. А ты где, я тебя вообще не вижу, Антон? Вот я. Передо мной. В смысле, у меня Антон на УАЗике на дороге. Ну, вот я еду к тебе. Вот он передо мной. А, ты у меня пока, ну, я тебя сейчас вытащу, иди сюда, блядь. Сейчас трындец ему прицеп будет, я тебя не вижу, Антон. Я вот прям перед твоей мордой, ты меня я не вижу тебя, нет. Чихляй. Я тебя тащу, вот ты чё? Нет, ты его не тащишь вообще. Не двигаешь. Люфи, назад нет, тащи. Давай. В смысле, я к нему присоединен лебедкой. Чтоб ты понимал, ты у меня далеко за поворотом свет твоих фар. Давай, может, поменяемся, и ты попробуешь меня пихануть на УАЗике? Давай. Куда УАЗик, блядь, пропал? Он едет у меня, Антон, я на месте еду. Вон, я вижу свету. А ну-ка, давай поменяемся теперь. Давай теперь я сяду в УАЗик. Сейчас. Сядь в грузовик, чтобы я сел в свой грузовик. Сейчас. Давай. О, что?
Он опять взлетел. Переверни меня, пожалуйста, Люфи. Так, давай. Вот я еду у тебя сейчас, Данил. Сейчас едешь. Да? Переверните меня. Сделай. А ты что на боку, блядь, прилег? А ты как думаешь, если бы поменялся местами? Вчера мы прицеп из зада вытащили, а тут, блин, так. Из зада, блядь, земля посрать захотела. Антон, ты хренов полтергей. Ты мне так реально какой-то дура, трусишься вперед-назад. Долбанное воспоминание из прошлого. Ну что? Вот это вот магия. Так вот, блядь, это работает, сука. Фига у вас фокусы. Нет, называется задняя передача и дифференциал блокируешь. Блин, меня как прицеп зацепить? Я вообще в говне по уши сижу. Все что куда-то делаешь, едут, тащу его. На чем? На трассу? Что это было? Что значило? Ты понимал, он у нас улетел, наверное. Он в стратосферу просто улетел. А ну дай я стану за ним, попрошу сделать то, что ты еще раз сделал. Мне интересно, что будет. Сейчас, подожди. Пытаюсь. Я хочу, чтобы меня он зафульнул. Я готов, пацаны. Нормально там, ну. Где я, блядь? Стой, а как его так запульнуло? Блядь. У Люфи развернул прицеп. Тут 10 метров из грязи выехать, и там асфальт будет. Знаете, в чем проблема? В чем? А мы, блядь, подаркой проедем? Иди в жопу. Там ну, арка как есть? Бы, ну, это мост арочный же. Мост. Мост, арочный мост. А, реально. Слушай, он выезжает, блядь, да ладно, мы его вытащим. Да. Ну, Люфи вообще красава. Вот, тут до порта доехать, вот уже приехали почти. Слушай, там завала нет никакого? А, до порта всего лишь? Да. Теперь самое главное, были ли твои труды напрасными, Антон, или нет? Сейчас проверим. А твои? Ты там не развернешься, блядь. Не, пройдем, ты чё? Он огромный. Пройдем? Да. Да. А, ну да. Бля, я уже надеялся на контент. А чё, нормально тебе дома приходит? Уйди с дороги. А что там? А что происходит? Что происходит, Люфи? Ты валяешься? У меня Антон валяется, а Даня Антону затоптал. Все, мы приехали, пацаны, почти приехали. Все, нафиг, приехали, ура. Разгружай, ура. разгружай. Фу. Я думал, мы не доедем. Я готов получить за это 5000. 3000? Это, блядь, 2000 мне там нахуй отложили просто. Понятно. Че будет интересно? Давай, я хочу на это посмотреть твой. С разбегу в телегу. Ну чё, народ, погнали нахуй! Олимпийская котлета. Ёбаный! Данил, лови меня, блядь. И меня лови. Лови. Выплывайте. А я не улетел. О, я зато в другую сторону улетел. А почему ты не тонешь, Антон? А ты почему не тонешь, Данил? А я утону. Нет, у тебя жопа торчит. А ты вообще не тонешь. Блять, только попробуй пошутить, сука. Я не уже виноват. Пошутил. Всем пока. А, я могу ой, газовать, блять. Антон, чувак, я газую. Жопа. У тебя шноркель же еще над водой. Чуваки, я газую, я, блядь, лодка, нахуй. А мне лебедка кому-то подсоединена, блядь. Я к Данилу подсоединяюсь. Наш корабль идет ко дну. Ну что же, на этом все. Это был симулятор грязи. Хочешь еще серию? Напиши в комментариях, что тебе понравилось, где было смешно и как тебе ролик. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые серии, и поставить лайк. До скорых встреч!